красная рыба, да ладно. Не, ну нормально вообще. У меня чуть сердце не остановилось. Вы посмотрите, что с этим чемоданом. Друзья, всем привет-привет. С вами, как всегда, Ксюша. Я по-прежнему нахожусь в Турции, в городе Кемер, в отеле Клуб Джоуя 5 звезд. Сейчас мы с вами будем бежать на ужин и дальше наслаждаться отелем, знакомиться с отелем, турецкой обстановкой. В общем, поехали. Но прежде хочу вам показать, конечно же, эти вот шикарные виды. Посмотрите, какая красота. Из соседнего отеля доносится музыка. Я уже собралась, все, побежали. Что самое интересное, карточка у меня в кармане. Здесь карточки нету, но тем не менее. Свет, все нормально, все работает. Кондиционер также работает. Идемте на ужин. Сейчас я быстренько постараюсь показать вам ужин. Как вы видите, полный ресторан. Здесь у нас, как я их называю, хлебобулочное изделие. Ой, какой красивый лаваш, как пахнет. Так. Хлебушек тоже, вот зон много, одна зона, вторая зона, третья зона, также на улице, и очень много всяких посадочных мест на улице, вот по периметру отеля, можно сказать. Работают вентиляторы, как вы видите. Так, пропустим людей. Так, дальше что у нас? Супчик. Супчик томатный. Так. Супчик томатный. Здесь котлетки. Ой, ням-ням, рыбка. Я знаю, что я уже буду кушать. Ой, какие баклажанчики фаршированные. Ой, ням-ням. Так, снова котлетки турецкие с горохом. Это у нас что, цукини? Дальше у нас что здесь? Значит, макарончик, рыбка, овощи, овощи тушеные с мясом и булгур. Булгур. Так, здесь закуски, салатики, такое. Соусы. Здесь у нас свекла, снова рыбка. Прям какой-то рыбный ужин сегодня. Рыбка. Есть. Так, здесь перчики, огурчики. Зона идет с с овощами, простите. Зелень. Мне очень нравится, что здесь вот всегда есть и на обед, и на ужин грейпфрут. Так, здесь у нас зона со сладким. Пироженки. Пироженки. Переставляю пироженки в одну зону, чтобы не было оно все раскидано. Сейчас у нас сколько? Ну, ужин уже час идет. Но, тем не менее, сладости, видите, еще есть. Потому что, как вы видите, загрузка отеля большая. Очень большая. Яблоки, арбузик, дынька. Арбузик, яблочки. Снова дынька. Ну, смотрите, какая красивая дыня. А также гриль на улице. Вот я себе уже, конечно, тут целую тарелку всего взяла. Вот. А тут еще горочка гриль есть. Посмотрите, какая аппетитная. Хватит. Еще. И красная рыба. Да ладно. Красная рыбка есть. Так. А здесь у нас что? Вот посмотрите, какая красота. С мясом. Рис. Ух, красота. Вам чуть-чуть покажу обстановки в ленту. Посмотрите. Какие красивые стейки. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я себе, конечно, такую локацию нашла поужинать. Посмотрите. Практически в конце отеля. Нет, ну на самом деле не в конце, это еще где-то половина. Там дальше, как видите, территория, туда ресепшн. Вот, ну, в общем, я к чему. Посадочных мест здесь действительно очень много. Ну вот, я могла бы, конечно, сесть и ближе, и также могла бы зайти там туда, в кафетерий, но я захотела именно вот здесь. Так, сейчас быстро побегу за Пепси, что-то нужно взять себе выпить, вот, и покажу вам еще чуть-чуть вечерней обстановки в отеле. Клуб Джулия, 5 звезд. Как вы видите, легкая музыка играет. Только что очереди, кстати, тут, где гриль, не было, уже появилась. Все, я поужинала, скушала рыбку. Вы знаете, на удивление, курочка гриль оказалась очень вкусной, правда. Мне два кусочка положили, я их так с удовольствием слопала. Сейчас с вами, конечно же, сходим на море. Но не к нашему отелю, нет. Здесь, как заявлено, море в 150 метрах от отеля. Вот, мы просто пойдем на другой пляж, вот на который выйдем. В Кемере уже включается подсветка. Скоро будет красота. Наш клуб Джовия. Ну, вы знаете, он с виду очень такой красивый отель, действительно. Тоже вот подсветка так включается. И довольно-таки красиво смотрится. Смотрите, какие цветы. Не, ну нормально вообще. У меня чуть сердце не остановилось. Что это было вообще? Я думала, на забор сейчас вот этот выпрыгну. Жесть. Я вам цветы все не показала из-за этого. Посмотрите, как красиво. Вот видите, мы уже на пляже. Действительно, 150 метров. И мы на море. Не надо меня водой обливать. Не надо. Ой, а можно руку помыть? Ага, спасибо большое. О, спасибо большое. Так, показываю вам вечерние обстановочки в ленту. Помыла руки, потому что сорвала инжир. Он такой какой-то непонятный. Руки после него липкие. А? Не стесняетесь? Почему? Не, это подробно там? Это подробно. Да. О, красиво как. Это вы снимаете такое, я снимаю, да, под водой? Я у вас турист заказал дайвинг, да. И вы... Ой, вау, друзья, вы меня спрашиваете, нужно ли в Турцию брать маску? Вы знаете? Да, лучше приобрести себе дайвинг. И посмотрите, какую красоту, чем вам не Египет. Спасибо вам все большое, думают, что в Турции нету рыбок, да. Ныряет и такой шок. Домашний осьминог, которого зовут Джабар. А, очень... А, вот, видно, как он его поднимает. Это он что, в драку лезет, что ли? Я смотрите! Играет. Играет! Боже, обалденно, я вижу первый раз. Я даже не думала, что да, в Турции, домашний, правда. Ручной, я ему каждый день кормлю. Ага. Правда, я даже и не думала, что в Турции, ну вот честно, ребят, что в Турции такой красивый подводный мир. Спасибо вам большое. Все, побежала дальше. Пока-пока, хорошего вечера. Так, друзья, побежали дальше смотреть. Ну, конечно, я под впечатлением. Нужно обязательно будет дайвинг взять и покайфовать, посмотреть на эту всю красоту. Так, я вам чуть-чуть показываю обстановочки. Вы знаете, на пляже, конечно, прям
На голодный желудок, в общем, лучше сюда не приходить. Кто где-то снимает просто апартаменты, там не в отеле живет. Вот, ну, правда, на голодный желудок сюда на пляж лучше не приходить, потому что здесь такие ароматы. Здесь витают такие ароматы с разные отели, там, гриль и все, плюс запах моря. Можно просто с ума сойти, правда. Ну, гриль вот я сейчас чувствую больше, чуть-чуть, чем запах моря. 5 минут, и я уже иду до центра. Скоро Вайкики будет. Ну, до центра здесь идти где-то плюс-минус километр. Вот, минут, если не спеша, то где-то минут 15 хороших нужно идти. Ну, мне ходить нравится. Я люблю ходить, прогуливаться. Ведь для того турецкая атмосфера и есть, чтобы вот пройтись, выйти с отеля, прогуляться, теплый воздух, пальмы, красота, Кемер, ну, либо же какой-нибудь другой город Турции или поселок. Но, тем не менее, я о том, что вот выйти, прогуляться, турецкая атмосфера, это очень кайфово, правда. Особенно турецкая вот эта вот жара. Эмили Роуз Хотел проходим. Ох, это Гинза Тревел на каждом шагу. Так много этих туристических агентств, которые туры продают. Именно вот этот Гинза Тревел. Кристал Аура. Ну, симпатичный такой отель. Нравится он мне. Кристал Аура. Надеюсь, обязательно его когда-нибудь посетить. Обратила внимание, так много туристов идет в центр Кемера. Ну, правда, мы с вами дошли уже практически до центра Кемера. До центра Кемера. Проходим торговые ряды. Home Textile. Показываю вам турецкую обстановку, друзья. Я, конечно, добежала быстро. Боже, какие здесь магазинища. Полотенца по 1 евро. Обалдеть. Вот по 5 евро такие вот коврики, по 7 евро. Не главное, я помню, правда, я не помню, какой год, но вот такой коврик я привозила с Турции домой. Но я уже не помню цену, сколько я за него платила. Маркет. Купить можно, кепочки разные купить, водички можно, чая. Шапки такие прикольные, красивые, разные. По 6 евро, смотрите, какие футболки. 6 евро, 8 евро. По 6 евро тоже. О, прикольно. Так, давайте про... Ой, кальяны. Кальяны, сумки. Вот что на подарок нужно брать. Вот это вот на подарок хорошее. 6 евро. Классная штука. Отдых с глаза, медальончик. Покупала я, друзья, такую лампу на подарок с Турции. Да, она так красиво смотрится дома. Да, у вас здесь такая красота. Все, спасибо вам большое. Так, одна штука 5 долларов. Магнитов сколько? Вот 8 штук. 8 штук на 5 долларов. Бери, не хочу. 5 штук 3 доллара. Интересно, сколько здесь, какие здесь цены? Давайте зайдем на чуть-чуть. Смотрите, какие костюмы прикольные. Мне нравится то, что здесь музыки громкой нету. И можно вам чуть-чуть показать ассортимента. Вот это хорошо, потому что в центре... Так, 219,99 купальнички. Вот скидки.
25%. Купальники на распродаже. Посмотрите, сколько. 349. Непонятно, что это. Не хочу рыться, доставать. Ну вот красивые. Такие маленькие маломерочки. 269. Вот платье. Туничка какая-то интересная. 659. Ничего себе. 549. Такое вот платьишко. Ну, интересное. Но цена. Так. 1099. В общем, 1100. Пожалуйста. Красота. Вот красивое платье какие. Ну реально красивое, конечно, платье. Так, катон 930 турецких лир. Так, друзья, в общем, здесь долго задерживаться не будем. Побежали дальше. Посмотри, колеса. Это проблема. Если в аэропорту его там бросают, да, что вот угодно, не проблема, да. Колеса, это опа. Вот, вы посмотрите, что с этим чемоданом. Турецкий шаурма, вот это. Боже. Да, не проблема, хорошо вот это. Боже, это точно. А сколько такой? 60. Да. Так он неубиваемый вообще. Он же, правда, он неубиваемый. Турецкий оригинал фильма, вот, пожалуйста. Ага. Это не старый, вот это тоже пентатлерат есть. Ну, это тоже такие, да, так, тоже такое же качество. Боже, ребята, вот, вы меня спрашивали, почем в Турции чемоданы? Вот вам, пожалуйста, неубиваемые чемоданы. Вам за представление спасибо большое. Башня Мока виднеется. Друзья, вам вечерней обстановочки в самом центре. Сердце Кемера. Машина пропускает. Спасибо. Подсвечивается красота. Ну, конечно, виды оттуда. Вау, на канале есть видео. Просто дух захватывают. Красота сумасшедшая. Я говорила, Кемер на ладони. Вот правда. Кемер на ладони. Красота. Я уже, конечно, нагуляюсь перед сном от и до. Супермаркет. Так, переходим в мороженка. Такая жилетка красивая. Спасибо. Так, говорит, если ты подойдешь, мы тебя угостим вкусняшками чуть-чуть. Вот молодцы. Так, как же здесь перейти так-то безопасно? Вы посмотрите на это движение. Так, никого нету. Так, успею, 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 успею. Хоп! И я на островке. Так, все. Перешли дорогу. Давайте вам еще чуть-чуть покажу обстановки сейчас, которая царит на турецких курортах. Я вчера вечером гуляла, не стала снимать видео, потому что, смотрите, сколько этих сумок, чемоданов. Устала, очень устала, как-то не хотела я, не было у меня настроения снимать это видео. Вот, и сколько вчера было... Такое движение было сумасшедшее. Сегодня как-то не так. Так, катон, бокс. Вот. Слышала, что очень хорошее качество этого катон бокса. Текстиль вообще замечательный. Так, вот вам, пожалуйста, друзья, мой любимейший LS Waikiki.
И тут, как обычно, работает сигнализация почему-то и днем, и ночью. Вы посмотрите, какое здесь движение. Йой. Лапаз кафе. Мороженка. Бомба, мороженая бомба. А, здесь кафе прям. Гамбургеры, спагетти. Так, и по понедельникам, друзья, каждый понедельник здесь проходит рынок. Кто не знал, вот, пожалуйста, ЛС Вайкики, и здесь проходит рынок. Так, вы посмотрите, какое движение. Вот нужно было идти с туристами. А сейчас нужно стоять, ждать. Ну, как я люблю гулять по центру Кемера, правда. Очень люблю здесь гулять. Мне здесь так нравится. Мне, конечно, я когда уеду домой, мне очень этого всего будет не хватать. Очень сильно, конечно, привыкла. Вот, правда. Правда. И домой хочу, и не хочу. И домой хочу очень, и не хочу уезжать. В общем, как-то вот так вот. Непонятно. Значит, фло де-факто. Так, нужно зайти что-то купить. Сейчас быстренько заскочим. Это у нас что? Карфур, кстати, друзья. Мы сейчас в Карфуре. Карфур. Я в Египте всегда любила в Карфур ходить. Правда, давно там не была. Не знаю, какие цены там сейчас. Возможно, даже мы с вами скоро полетим на Красное море. Посмотрим. Так. Ой, как здесь хорошо, прохладно. Фисташки 116, турецкий хлеб. Но здесь 352 грамма, много. А это у нас что? Замороженное, замороженные соки, экзотик, 70 турецких лир. Апельсин, класс, может взять, а? Апельсин, а это у нас что? Гранат. Я в Египте помню, постоянно, когда мы прилетали в Египет, то обратно я с собой везла много вот этих замороженных манго-соков. Именно манго. Вы знаете, я, наверное, возьму вот этот апельсиновый. Так почему-то он мне запал в душу. Нужно брать, в общем. Так, дальше что? Ну, это понятно. Вот рыбка. Давайте по рыбке посмотрим. Ага, не посмотрим, цен не вижу. Очень хотела разогнаться по рыбке посмотреть. Ну, на этом все. Мясо, пожалуйста, кому интересно. 239, 363. Вот мы говорим, курица, да? Курица, плохое питание. А в Турции действительно мясо очень дорогое, ребят. Очень дорогое. 363, 359. Вот это кайф. Так, 25 турецких лир, 24 соки. Ой, с Египта все эти соки тоже любили. Особенно этот манго-сок. Конечно же, все связано с манго было у нас. Так, 51 турецкая лира. Ну, ребят, я в Биме гораздо дешевле это все покупала. Очень люблю это все кушать. На пляж с собой идешь, на пляж сумку бросил. Вот, ну здесь, конечно. Так, молочко 94. Ну, тоже так кусается в цене. Сколько людей в этом Карфуре, мама дорогая. А что там такое интересное? Там сковородки вижу. Давайте посмотрим, почем сковородки, правда. Вино 135, 160. Ой, не туда. Ребят, пожалуйста. Чивас 1250. Мартини 649. Так. Мне вот интересно сковородки посмотреть. Сколько здесь они стоят? 199. Такая вот. Такой вот набор. 199 турецких лир. Три штуки. Так, 229, 269. Вот это мне нравится. 269. Ну, где-то так плюс-минус и у нас она будет стоить. Неинтересно.
Так, друзья, все, я чуть-чуть показала вам. Значит, буду сейчас окноры еще давайте. Вот меня отсюда выгнать это нереально. 14, ну они, я не помню, по 11 с копейками в А101 стоят. Ну, не такой-то Карфур и дешевый. Вот сколько раз себе говорила, не буду заходить ни в какой магазин. Просто прогуляюсь и домой, как говорится. Нет же, угораздило меня в Карфуре сока захотеть замороженного, вы понимаете, купить. Простояла 40 минут в очереди. Вот оно мне надо было. Ну, видимо, надо. Видимо, надо, друзья. Давайте вам еще покажу ну или уже ночной обстановки в Кемерово. Так, все, я буду быстро уже бежать в номер, точнее в отель, потому что уже время. Вот не могу я спокойно пройти мимо такой витрины. Вот правда. Ну вот нравится мне. Ну что с этим делать? Ну вот нравится и все. Ну посмотрите, какая турецкая красота. Поделюсь с вами и этим чуть-чуть. Конфеты. Такие красивые пачки, как я не знаю. Как будто не конфеты, а что-то золотое даришь. Так, друзья, все. Боже, вы посмотрите, как красиво. Красота. Так, все, друзья, будем мы уже бежать с вами в отель на этом. За моей спиной башня виднеется. На этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Друзья, ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте, делитесь. Как проходил ваш отдых, в каком отеле отдыхали, рассказывайте. Спасибо большое, рассказывайте. Также напоминаю, что у нас есть второй канал Ксюша Александр про туризм. Смотрите, сколько мотоциклистов гоняют. Кайф. Подписываемся обязательно и туда. Друзья, вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.